1 апреля сотрудники административной полиции приступили к проверке автомобильных дорог и сооружений. При проведении обследования особое внимание было уделено состоянию проезжей части, обочин, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек. Подверглись проверке и дорожные знаки, разметки и светофоры. Таким образом, за месяц осуществлено более 200 обследований, по итогам которых было выдано 180 предписаний на устранение выявленных недостатков. А также за невыполнение должностными лицами требований по содержанию дорог привлечено 23 должностных и юридических лица к административной ответственности по статье 631 Кодекса Республики Казахстан об административном правонарушении. Всего с начала года проведено более 1000 обследований, по которым выдано 970 предписаний по устранению выявленных недостатков, дефектов. За невыполнение требований по задержанию дорог привлечено к административной ответственности 120 должностных и юридических лиц. Кроме того, в связи с увеличением дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов было принято решение демонтировать пешеходный переход, расположенный в районе остановки Алия по проспекту Алии Молдагуловой. На данном участке функционирует надземный пешеходный переход. Просим жителей города Актобе пользоваться данным пешеходным переходом.